Что можно сказать о женщине с числом судьбы 8? Для начала давайте посчитаем число судьбы. Складываем все цифры даты рождения, сводим к однозначному числу. То есть, если у вас получилось двузначное число, складываем еще раз. Женщина с числом судьбы 8. Самодостаточная, независимая, волевая женщина, которая может коня на скаку остановить, в горящую избу войти, сделать все сама, будет контролировать и управлять процессом. Ей по плечу любая сложная задача. Но в глубине души она нуждается в понимании, поддержке и любви. Ее партнер должен соответствовать ей по интеллекту, по силе. Ее партнер должен соответствовать ей по интеллекту, по силе, по амбициозности и успешности. Если вы цените ее идеи, оригинальность и практичность, то она будет вам благодарна. Она не любит, чтобы ей не доверяли или же уличали ее в неверности. Если это происходит, тогда точно от любви до ненависти один шаг.